Было на самом деле так, что грузовик ехал сверху со спуска Жилярди. У него отказали тормоза, и он задел КамАЗ, который выезжал с другой как бы улицы. И поехал, получается, направо, снес светофор и заехал вот эти автомобили, которые вы там видите, стоят там три автомобиля. Ну, повезло то, что скорость как бы у него была небольшая. И, в принципе, там парень молодой за рулем, но он вовремя хорошо среагировал, то есть, потому что обошлось без жертв, и могли быть ну, потяжелее последствия, чем в данный момент мы имеем. В принципе, автомобиль не новый, как бы вы сами видите, поэтому, то есть, это не его. Он, то есть, водитель полностью вменяемый, то есть, видно, что там не какой-то там человек, который употребляет алкогольные или наркотические средства, то есть, ну, обычный человек.